Ну, Лимос, я тут пришел на них посмотреть. А, личик оденем тебе, боже. Че, пошла запись? Все, подожди, а пошла запись? Да. А, ну да, вон 80. Давай. А всем привет. Что, лифчик первый раз одеваешь? О, женский лифчик. Это брутальный мужской. Это брутальный фан, блядь. Если бы все такие носили женские лифчики. Женщины. Здесь все боги, прям сам застегнул. А, ты же альпинист, да, я забыл. Я в шоке с тебя, Симончик. Иди сюда, дорогой. Слушай, а за это там ничего не застегивается? Нет. Зачем вот это? Вот так вот, что ли? Это тебе. Да. Чтоб она тебя это в сознание приводила, когда тебя дернет то. Сознание. Так... Забыл тут сам. Там автобус, да, карабин или не надо? Не, можешь вообще не застегивать, в принципе. Ты такой принципиальный. Мама! Только сразу. Роди меня обратно. Что-то у меня яйца выпирает, братан, что это? Яйца выпирает? Что это? Что это, блядь? Не зажмет ничего. Блядь, 15 этаж, я в ахуе. Сибатюли чита дочи. Отжали всех под покровом ночи. Вот это так и должно быть? Птиц. Вот это так и должно быть, говорит. Как этот, помнишь, да, Саня, когда комментировал, говорит, а меня об землю точно не боят. Такой простой вопрос, да? Такой, да. Нет, а у тебя есть, а у меня нет, да? В самом конце главное такой вопрос. У меня строительный. Сейчас полечу как. Были молодыми строителями. Птица. Че нам эти прыжки у нас без сил? Банк. Нихуя себе, я пошел домой. Орлы летают высоко, бараны пасутся стадами, братан. Все? Все. Ты точно меня все сделал? Точно я тебя все сделал. Он тебя сделал. Бля, вот... Ебать! Не ори, люди спят. Да, еще народ пока... Ты куда взялся? Вот сюда, подойди. Здесь? Нет, вот, да. Здесь не идем? Нет. Давай, давай прыгай, давай. По-братски горит. Прям сразу. Да. Давай. На старт! Внимание! Ебать! Он еще не прыгнул. А не прыгнул. Ебать он не прыгнул. Иди, отзывай. Охуительно! Охуительно! Ну, вахуй, по-моему. А. Ебать, мы что? Потише, говорю, ругайся, он люди отдыхают. Дай варежку, смартфон.